Влад был моим другом, и я, тем не менее, стараюсь сейчас отставить эмоции, потому что эмоций было на экране сегодня достаточно, и еще будет достаточно. Я пытаюсь понять, где тот предел бездействия власти, которая как бы у нас есть. Я читаю в газете «Откровения большого милиционера», который нам рассказывает, что в их поле зрения находится 500 преступных группировок. Ну что ж вы сидите? Или вы с ними заодно? Каждый день после очередного убийства, набившая оскомину фраза, по мнению экспертов, здесь работали профессионалы. Ну хорошо, они профессионалы, а вы кто? Я не знаю, что делать. Ощущение два. Или надо нормальным людям отсюда бежать, или вместо того, чтобы платить налоги, надо на эти деньги купить стволы и начать стрелять первыми. Может, нас хоть больше окажется тогда, я не знаю.